Послезавтра на малой сцене театра «Глобус» состоится премьера спектакля «Трое в лодке, не считая собаки». И сегодня у нас в гостях актеры спектакля, заслуженный артист России Илья Паньков, Максим Гуралевич и Иван Басюра. Здравствуйте. 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 Как бодро все сразу начинается. Слушайте, скажите, первый раз, насколько я знаю, ставится спектакль, ну, вот по этой пьесе, вообще, в принципе, в России. О чем будет этот спектакль? Этот спектакль будет о трех мужчинах с собакой, путешествующих по жизни. Краткое содержание нашей пьесы. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Был попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. Вот краткое содержание нашего спектакля. Слушайте, я, насколько знаю, условно жанр, не жанр, вот какая-то стилистика выбрана. История о кризисе мужчин среднего возраста в 24 картинах. Все верно? Ну да. Я сформулировал для себя вообще так, что это о чем говорят мужчины вообще. Угу. Такое путешествие. А почему 24 картины именно? Ну, это еще, ну, как сказать, ну, 24 очень красивые цифры. 2 и 4, 2, 2, 4. Ну, как хотите. А как появился этот формат именно? Вот 24 картины. Это, кстати, это будут отдельные какие-то эпизоды? Нет, это будет спектакль. То есть полноценный? Все, да, связанный. Вы не сможете посчитать, сколько картин на самом деле в этом спектакле. Ну, да, 24 – это очень красиво. Как появился этот формат спектакля? Сам спектакль появился Лаврентий Анатольевич. Куда-то он ехал, прочитал книжку, они очень хохотали с Алексеем Михайловичем. Алексей Михайлович предложил: «Лаврентий Анатольевич, поставьте, пожалуйста, спектакль по этой книжке». И вот так это появилось. Из хохота. Из хохота. Это было весело и очень сильно совпадало с последним миросознанием и подходом к жизни, и мироощущением, и миропониманием Лаврентия Анатольевича в эту минуту. И он, совпало все, вот так вот получилось, так название это возникло. Ну, не страшно выходить на сцену и ставить спектакль, который еще ни разу не был в театре, вот ни разу не был на подмосках? Да нет, как-то мы привыкли. Но мы же об этом не думаем. Мы не думаем об этом, да, действительно. А дает это какую-то вольность, я не знаю, ну, возможно, импровизации в сюжете какие-то там, конечно, свои добавления? Конечно, мы только что и делаем, импровизируем. Импровизируем. Бедная клапка крутится, как пропеллер в гробу, потому что периодически, ну, я скажу честно, потому что переведение литературы в драматургию – это всегда очень сложно, и литература, и драматургия – это несколько разные жанры, и поэтому то, что в литературе можно написать долго, в драматургии надо это очень быстро сжать и передать, поэтому мы мучаемся на какие-то вещи. Где-то мы клапку немножечко редактируем. То есть юмор будет такой адаптированный, так скажем, для сцены, как-то он видоизменится? Ну, не то чтобы видоизменится, просто будет придумана история, придумана история в связи с произведением клапки. Угу. А это будут персонажи, ваши персонажи, вот того 100 лет назад времени или современные персонажи? Универсально. Да. То, что все касаемо вот именно принадлежности времени, мы пытаемся убирать, но все равно есть момент времени. И дух Англии. И дух Англии. Мы пытаемся в это играть, опять же, потому что по-настоящему мы уже никогда не узнаем, как было в 19 веке. Никто из нас уже не помнит, как было в 19 веке в Англии. Никто не знает. Уже можно придумывать что-то свое. Да, да. Расскажите о своих персонажах. Иван. Начнем с самого интересного сразу, да. Которого не считают. Да. Я играю роль, которую не считают почему-то. Вот, я собака. Ну, это скорее, наверное, собирательный образ, что не будет никакой конкретной там породы, что это такое, это, наверное, не нужно. Да, я думал, овчарка. Ребята часто издеваются. Вот, ну, мне интересно. Вообще, я думаю, человек должен обладать какими-то прекрасными качествами, чтобы играть собаку. А не человека. Слушайте, ну, по сути же, в пьесе нету никаких речей у собаки, то есть она ничего не говорит, она как... Нет, внутренние монологи только есть. В романе выписано. Внутренние монологи. Да. В романе хозяин Монмаранси в этот момент подумал бы о нас, то-то, то-то и то-то, поэтому мы просто ее взяли и так раз и присвоили. Не подумал, а сказал. Все, что в голове, то и на языке. Да. Я предлагаю сделать нам небольшую паузу, посмотреть новости, а после этого мы вернемся обратно в студию. А мы возвращаемся обратно в студию. Я напоминаю, что мы ведем разговор о премьере спектакля «Трое в лодке, не считая собаки», который состоится на малой сцене театра «Глобус». И, собственно, мы коснулись вопроса такого интересного персонажа, такого
ну, не знаю, хорошего нововведения. И хотел бы поподробнее говорить, вот, Монморанси, собака. Все-таки это человеческая роль или это будет больше собачья роль? Кем является этот пес? Слушайте, для меня это тоже большой вопрос, кем является этот пес. Я бы хотел сейчас подставить своих коллег и спросить у него, кем для них он является, потому что я свою работу, конечно, не вижу со стороны. Ну как? Ну вообще собака – это друг человека. Естественно, я друг главного героя. Меня это тешит вообще. Ну, в процессе репетиции мне, например, кажется, что не он друг человека, а он наш хозяин. Так получается в процессе репетиции, в процессе спектакля, что он, вот три мужчины – это три таких своеобразных инфантила, а собака, получается, самая умная, в принципе, ну, по крайней мере, это естественно. Да, Иван наделил интеллектом просто свою собаку. Поэтому мне все лучшее я вложил. У меня есть кот у родителей, и когда я к ним прихожу в гости, я все время наблюдаю такую картину, что кот – это хозяин этой квартиры, а родители – это его слуги. Да. Ну вот примерно то же самое, хотя мы играем в игру, что наоборот, что собака а-ля слуга в нашем в доме у Джея. Мы так думаем. Мы так думаем. На самом деле это получается, когда дворецкий, если обратили внимание по классическим произведениям, дворецкий всегда – это такая константа английского. Английский дворецкий, это стиль, это, как сказать, вкус и все остальное. А вокруг хозяин инфантил, хозяин идиот, который нифига не понимает. Если бы не Монморанси, то вообще непонятно, куда бы мы уплыли. Я для себя определил, что это вот собака Монморанси, это то английское, что есть у ребят. Потому что они-то играют просто вот, ну вот ребята веселые, такие-сякие. А вот собака, она действительно из Англии. Слушайте, но название «Трое в лодке, не считая собаки». Вот если бы действительно пришлось не считать собаку, убрать ее из сценария, вот что бы осталось от пьесы? Что бы получилось тогда? Невозможно этот персонаж, мы его не вынимаем, потому что это, как сказать, самое мощное конфликтное начало, которое существует в произведении. Если бы не конфликт в Монморанси, может быть, мы вообще бы никуда не оплыли. Ну вот, я думаю, что он без него невозможно. Есть ли какие-то любимые сцены у вас? Ой, да, есть, конечно. Ну, там, как бы, как сказать, ну, там есть такая дурь, не хочет открывать тайну. Ну, там есть действительно, мы просто сели, первый раз, я помню, на репетицию, да, мы сели в эту сцену, в лодку мы сели и начали говорить текст, и вдруг куда-то все поплыло в сознании. Чудесная сцена. Есть сцены, которые любят репетировать режиссер. Да, есть сцены, которые любят репетировать режиссер, а есть сцены, которые любим репетировать мы. Мы же не видим, как это выглядит со стороны. Внутри ты ощущаешь по одним человеком себя, ну, одну историю, а снаружи смотрит совершенно по-другому. Мы сидим, нам хорошо, но мы никуда не плывем. Вот режиссер настаивает на чем-то. Ну вот, да, вот так. Ну а все-таки, вот самую-самую, раз уж есть секретная сцена какая-то, которую не хотите раскрывать, вот что-то самое для вас любимое. Все-таки хотя бы одно, вот какую-нибудь тоненькую ниточку, чтобы зрители прям представили это сейчас. Ну, представьте себе варить еду из всякой ерунды, которая есть на сцене. Ну да, там все подряд. Все подряд, что? Гвозди, дохлая крыса, и потом это едим. Потом это едим. Реально варите? Да, варим, прямо на сцене, при зрителях, потом это едим. Зрители угощать будете? Да, надеемся, что у нас будет такая. Надеемся, что попробуют. Попробуют, да. Смельчаки. Есть небольшой интерактив с залом. Но на самом деле повесть пронизана просто насквозь юмором, юмором своеобразным, но до сих пор актуальным. Но опять же, это литературное произведение, а здесь спектакль. Вот сложности восприятия у зрителей вот этого вот юмора литературного на сцене. Как вы его адаптируете, как вот меняете, как происходит вынос его? Ну, видите, поскольку ситуации, которые в книге и взаимоотношения наши сегодня не очень изменились, думаю, что те мысли, которые говорят наши герои, они будут очень близки современному человеку. Вопрос другой, что через, как сказать, парадокс возникает в том, что ничего не изменилось за эти столетия. Люди как искали смысл в жизни, зачем мы живем, куда мы плывем, и надо ли плыть по этой реке жизни, в данном случае по Темзе, или не надо плыть. Там же основной конфликт, что мы поднимаемся вверх по реке, мы плывем против течения. И как справляются наши герои с этой вот попыткой плыть против течения, и плывут ли они против течения, вот думаю, что ничего не изменилось. Идешь, и хочешь ли ты плыть против течения, или ты будешь сидеть на месте, это вот
Это философский вопрос, который, я думаю, каждый человек задает себе в какое-то время. Почему кризис среднего возраста, как бы наши герои, дожившие до определенного периода, ну, пытаются проанализировать свою жизнь, туда ли они живут или не туда, и все время на эти споры, и боимся об этом говорить или не боимся, хотим ли мы поднимать эти вопросы или не хотим, а если мы их подняли, то к какому ответу мы приходим, и хотим ли мы услышать те ответы, которые мы тут только что задавали, вопросы задавали, хотим ли мы услышать ответы на те вопросы, которые мы только что задавали друг другу. Вот этот конфликт, он вечный. Подожди, ну а на самом деле, существует ли кризис среднего возраста? Потому что я читал, что... Я не знаю. Спросите вас, ребят. У режиссера, на самом деле, у Лаврентьев есть особое понимание. То есть в одном из интервью он писал, что на самом деле это все неправда, ничего такого нет. Что мужики себе все это придумывают, чтобы там как-то... Ну, потому что ленивые ничего не хотят делать, опять же, инфантилизм какой-то просыпается. Вот так ли это или не так? Вот ваше мнение, как вы думаете? Илья Владимирович. Ну что, Илья Владимирович, вы давайте отвечаете. Илья Владимирович, а я думаю, что красота в глазах смотрящего. Если ты считаешь, что он есть, значит, он будет. Если ты все-таки считаешь, что его нет, то, наверное, как-то ты минуешь какими-то другими мыслями, которые занимают твою голову. А вы смотрели фильм «Трое в лодке, не считая собаки»? Смотрели. Ну, мы смотрели. Ну, смотрели? Я в детстве смотрел. То есть уже практически очень не давно. Помню. Я не пересматривал специальный фильм для... Нет, для начала. Мы тоже не пересматривали, я тоже в институте еще смотрел. Поэтому. Ну, а, скажем так, все равно воспоминания какие-то о фильме дают? Вот отзыв, отклик, ну, да, роли такая, ваши? Такая советская сатира, очень прекрасная, рафинированная, вот у меня впечатление. Конечно же, великолепный артист играет, сценарий очень хороший. Я помню, что это очень атмосферный фильм, что он такой немножечко поэтичный, романтичный. Мне кажется, театральный. И театральный. Он открыт таким немножко театральным способом. 79-го года, по-моему. Да, да, да. Но очень сильно все изменилось с того времени. Скорость освоения материала сегодняшнего и скорость освоения... Мне кажется, в то время люди могли сидеть и смотреть кино. В наше время все по-другому. Экшен, 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 поэтому... Мы пытаемся, мы, кстати, даже очень, ну, немножечко подгоняемся внутри, потому что кажется, ну уж очень медленно, и такие длинные тексты, и поймет ли это зритель, и вдруг себя успокаиваешь, думаешь, да бог с ним, и пусть сидят и слушают. Нужно, грубо говоря, заиметь у себя право на то, чтобы сидеть и рассказывать эти длинные монологи, как будто бы ни о чем. На самом деле там очень глубокий философский смысл скрыт в этих текстах. Ну, несмотря на то, что зритель порой, ну, мне кажется, не понимает, не сможет разграничить сцену театра и, скажем так, фильм. Вот не боитесь, что придет зритель, который 5 минут назад буквально пересмотрел специально, чтобы сравнить, придет и будет сидеть и писать потом рецензию на это все. Нет, дело. Нет, не сможет сравнить, это не сравнить. Я не боюсь вообще. Я тоже не боюсь. У нас же другая история. Я же собака. У нас своя история, она немножко даже другая, нежели в книге. Мы не будем открывать тайну, на самом деле. Но это не та история, которая написана в книжке. На самом деле у вас сейчас есть возможность пригласить, чтобы зритель послезавтра собрался, взял чемоданы, пришел, сел на чемоданы и смотрел, как трое вместе с собакой плывут по реке Темзе. Ну что, приглашаем? Приглашаем. Пожалуйста, приходите скорее к нам на спектакль, все послезавтра, бегом на премьеру. И послезавтра тоже на премьеру. Дорогие телезрители, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были актеры театра «Глобус». Это заслуженный артист России Илья Паньков, это Максим Гуралевич и Иван Басюра. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.